Всем привет, дорогие друзья, с вами Барон, как я уже и говорил. Давайте наберем 500 лайков, и новое выйдет сразу же. Опять же, я приостановил запись и уже продолжил, когда будет 10 минут. 10 минут будет скоро, у меня уже 99-й год, собственно, вот он. Наконец-то врезался я все-таки. Ура, так сказать. Так, окей, сейчас мне нужно поехать в мой чоп, взять немножко оружия или сделать так, чтобы мне его дали. Кушайте, хильтесь, в КВ поедем после 10 минут. Хорошо. Так, мат экономим, бонусы X3 не забывайте. Мат экономим, бонусы X3 не забывайте. Ну да, бонусы X3, но к чему это было сказано, мне интересно. Алена. А, скорее всего к тому, что цена матов X3. О! Так, СПС. Спасибо, Аленыш. Дала мне 6-й ранг, уже круто. Маты экономим, бонусы X3. Это все понятно. Это ладно, это хорошо даже, то, что материалы можно поэкономить. Опять же, можно их купить за дешевую сумму. Жду трио особо, выходите. А, окей. Так, поедем сейчас, я думаю. Ну, я буду на своем автомобиле. Надо мне еще сменить немножко скин, потому что такой скин меня не устраивает. Это слишком уж печенье. Так как я думал, то, что я буду первым рангом, а мне, как вы можете заметить, дали 6-й ранг. И теперь я 6-м рангом буду управлять всеми бомжами якудз, так сказать. Буду заниматься делом. Так, поехали, поехали. Конечно же, лиду мне тут не дадут, так что можно не стараться, не заниматься нихера ничем. Опа, у вас осталось 10 минут. Отлично, ребята, отлично. Сейчас поедем в КВ. Так, территория ID1, ID1, ID1. Так, стоп, ИТ-1. ИТ-1 это где? Это аэропорт, что ли? Или это ВСФ вообще, херота это? Да, далеко заброшенная. А, все, да, аэропорт, все понятно. Потому что я немножко перепутал. Думал то, что там нулевой и там второй. Оказывается, второй это ВСФ. Гоу все в КВ, ИТ-1, аэро, второй. Двоих не было. Билю, не били. Окей. Так, Хелми. Хелми. А, блин. Хелми. Так, и как тут get gun. Во, ништяк. Так, три дигла. Три шота. И давай. Вот, я думаю, одну эмочку. Уже х... А, б... Ёп! Ёшкин кот! А, не, стоп, все в порядке же. Ну? Все нормально я взял, да? Угу. Да, вроде все в порядке. 300 это... Я просто подумал то, что утроение. Или и так и есть. Хрен его знает вообще. Что-то я замудрил немного. Ладно, не суть. Я говорил, съешь, гусь. Охренеть, гусь гоу. Ну, Энди Грант. Что-то знаю, знакомый никнейм, вроде на 04-м видел. Или с 11-го вот этого чувачок. Хрен пойми. Вроде нормальный чувак. Так, нас в квадрате 6 человек. Да погоди, я еду. Чего, блин, 6 человек. Хоть 20 человек. Какая разница? Гоу все в КВ, ИТ-1. Аэро двоих не было. Ган. 1x1 бонус. А, блин. Я и говорю, вот, 1x1 бонус. То есть ганна намного больше дают. Понятно все. Все понятно. Бонус. Не, ну я немножко... Я вообще не читал этот бонус. Так что я немного недопонял. Извиняюсь, все дела. Так. Hello, друзья мои, ребята, знакомые. Оп, тут уже стоят люди. Давай я сюда что-то залезу. Че, я лысый, что ли, ё-моё? Давай залезу я тоже. Вот все отлично, буду тут сидеть, убивать всех. Так, теперь самое главное, это... Опа. Это ж вроде какая-то... А, это этот... Против ветра все дела. Вот что он делает? А что он... Что ты делаешь? Машина сама двигается. А, блин, там чувак сидит. Правильно, сдохнуть-то надо. Да, отлично. Машина взрывается, а он пишет сердечко. Рисует. Чувак, ты меня огорчаешь. Сейчас бы сюда Руденко, он бы мне 250 хп просто постоянно давал. Было бы забавно. Руденко. Ангелина Руденко, это не жена Руденко, не подумайте. Ой-ой-ой! Это нихера не жена Руденко. Так, погоди.
Она 4-й левел, я у нее уже спрашивал, я что-то сам удивился изначально, говорю, что же, на Рудонг, что ли? Она пишет, нет, видать, уже надоело. Все ее там спрашивают, то, что Руденко, жена, там все дела, тра-та-та. Так, сколько у меня тут У меня законопослушность 100, так, ну это я уже вам показывал, вы уже знаете. Сколько у меня наркотиков? 16, 28 936 зависимости у меня от наркоты. Просто капец, дамаг, блин. Так, админы есть, плюс, EID. Дамага же вроде нет уже. Опа, едет пацана какая-то, пацана. Братала, погоди. Ну ладно. Все-таки решил он уехать. Так, черекс, блин. Окей, нужно стоять здесь 10 минут, прошло уже порядка, блин, 28.42, угу. Порядка 4 минут уже прошло, уже хорошо. Через 10 минут начнется великая битва, за 10 минут нам нужно здесь собраться, так, оп, залезь сюда, нормально. Охренеть, там все катаются уже, полная жизнь. О, обменяю автомобиль туризма, 4-го года выпуска, неплохо. Срочно можно даже задонатить, ну, так, на этот счет, так сказать. Учитывая то, что скидывают миллион где-то на туризма или еще на какой-то автомобиль, нужно его купить, затюнинговать, и получится 6 миллионов, а не 6,5 и не 6, даже там 500, может быть, если ставить уж вообще все там самое крутое. Хотя что там ставить, диски, нитро, все, больше ничего не нужно. Можешь себе купить дом и автомобили различных классов, различных вкусов, так сказать. Все, что душе угодно, можно спокойно купить и уже этим делом, так сказать, спокойно. Так. Да. Спокойно уже с этими автомобилями жить. Ну и, разумеется, домик С-класса, ой, С-класса или хотя бы Б-класса купить. Это святое, как говорится. Вот был у меня дом А-класса с хорошим, конечно, гаражом. Я его просрал, за 8 лямов его брал. За 8,3. Просрал его в итоге, забил на это все дело, да и в принципе все. Так, ну что ж, не знаю, буду ли я донатить, потому что как-то неохота вкладывать в игру там 1000, 2, 3, то есть это как-то, мне кажется, нерационально, так как это мне ничем не вернется хорошим, я схожу опять в казино и все это просру. Проще уж просто тихо, мирно заработать, постепенно, да, конечно же, не смогу я купить себе туризма там за 5 миллионов, как это было бы круто на самом деле, то есть это вошло бы, наверное, в историю, то, что турик стоит 5 миллионов и все такое, но, увы, не смогу купить, ну, в принципе, и ладно, может быть, задоначу там себе 1,3 миллиона, там, 4, еще 1 миллион накоплю и куплю, но все же без тюнинга, хотя тюнинг можно сделать и потом, как бы, я думаю, никто тюнинг потом не отменял, и все. Притом, на поставить диск, я думаю, бабла у меня хватит. На скрибу. Go, Sev, KV, It1, Aero. Алена Берман. Опа-ля. Братушонок, ты что? Серега Сет. А это админ, ё-моё. Серега Сет. Так, ну да, это админ. Я так понимаю. Слышь? На. Чё, пацаны, аниме? Спасибо, что приземлился ко мне на голову. Блин, лишь бы нарколомка сейчас не началась. Было бы... Чё там пиликает? Пип-пип. Сигнализацию вертолета разве какая-то? Хрен ее знает. Вот где залезать-то надо. Вот она, рыба моей мечты. Давай, берем, спокойно жрем наркоту. Так, блин, где мемберс? Так, мемберс. А что у нас с мемберсом? Нужно посмотреть. 23 человека, ну нихера себе. Барон Ку. Здорово, Сахамбути. Сахамбути, блин. Так. А, я тоже 6-й ранг, отлично. Ну вот, ох, нихера себе там кота. Видали, ребят? Нихера себе. Ух ты, ёлки-палки. Вот это да. Огромный этот, как его?
Белас, во! Смотри, какая тема охерительная. Ты только глянь. Братишка, а ну дай сюда его мне, а. Сейчас я ему спокойно колесики пробью потихонечку, да и все так. Что, не пробил, что ли? О, походу попал. Попал, походу. А, нет, я в него попал. Блин, ладно. На! По кому-то попал опять, видать, по мотоциклу по самому. Не по нему ни хрена. Так, сет мор. Главное, чтобы нарколомка. Хотя сейчас вот уже 2 минуты будет, и уже все будет круто. Несколько минут мы тут постояли. 10, точнее. Ну или где-то 7, если конкретно здесь. По моей машине уже все залазят. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я 7. 8, 9. 10, 1. О, Степа! Кто меня бустил? Так сказать, в армию поднимал меня, Степа, ты, ё-мо... Здорово, здорово, Степа. Степа. Степа, здорово. Степа. Так, ну чё? Не, нормально, чувак, конечно, Степа. На 11-м как-то все админы, они мне знакомы, и с ними общался, все дела. Ха-ха-ха. Ну вот и суть. Степа. Постоянно его Степой называю. То есть не Степ, не Владос, там ничего такого. Степа. Ничего, Лёша Вудс, вообще он в скайпе понч. Почему-то не знаю. Расскажи о себе что-нибудь. Да, действительно, расскажи что-нибудь о себе. О своей армейской жизни. Как-то там людей блатил. Хотя не, он вроде... Ну как, не особо, не особо, но... Бабла, конечно, каждому хотелось. И мне тоже. Ты же мотогонщик. Да ладно. Братан, да я тебя попинаю немножко. Так, а чё, где вообще? Я понять не могу. Так, длильщик вот он, с черным клестом. Или это наш? Не знаю. Но уже наши пытаются побежать за двумя чуваками. Владос Степ. Так, не бегите, вернитесь, вернитесь. Вот видно то, что реально девчонка, нет вообще практически никакого мата. Ну или вообще нет мата. Чё за звуки? С этими вот... Взлетаем. Взлетаем, пацаны, взлетаем. У вас есть 2 минуты. Да, у меня есть 2 минуты, чтобы решить, кто здесь батька, кто здесь самый крутой. Я просто вот так могу. Я просто вот так могу встать, никто мой вертолет не собьет. Да нам отдают квадрат. Вы что, не видите, что ли? Или залетает последнюю минуту? Пока гусь не приедет, не возьмем. Охренеть. Гусь. Гусь. Почему гусь? Читер, что ли, какой-то там. Пока гусь не приедет, не возьмем, блин. Интересно. Все, вылез. Ага, вон они, гады, уроды, эти говнюки. Так, понятно все. Надеюсь, эта территория будет взята на изи, хотя хер его знает. Пацаны, фаршмаки, идиоты, уйди. Успел, успел. Вообще, так, стоп, 1x1, да? Get gun. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, 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 ошибочка. Буду тупо с диглом бегать, надо было шотган брать. Ладно, окей. Что-то я как-то не подумал насчет 1x1 именно разного оружия. Ладно, что, будем просто с диглом гонять. Типа я такой скилл дохрена мастер. Хотя ой. Дигл дохрена мастер. Скилл дохрена мастер, да. Угу. Сейчас. Не, нихера, у меня со скиллом вообще плохо здесь. Не могу никак нормально пострелять. Братан, моё. Моё, ты чё, слышь, ты чё попутал? Ну-ка дай сюда. Герап, убирайся, убирайся, братан, убирайся, это моё. Давай, братаны, братаны, пацан. А, на ураки, да, на ураки, идите отсюда. Я думал, девятка там какая-то бежит, а это не девятка, ни хрена. Хотя, может, они и тащеры в своем деле. Это же сам ПРП здесь, нельзя судить просто по скину человека. О боже, вынес кого-то, кто-то на лимузине едут. О, Анди, это этот, бомж, как его там, гусь, во, походу, хотя хрен его знает. Ой, блин. Да ладно, что, продлили уже хорошо, сейчас мы заедем. Ох ты, ёлки-палки, вы чего, ребятки?
Так, пацаны, я пришел, пацаны, я приехал, я пригнал. Спасибо, спасибо, это была самая долгая битва за всю историю Сампер-П. Ой, блин. Get guns. Ну давай, чё, возьмем вот так вот просто, на изи. 90 пуль дигла, ой, дигла шотгана. Уже немножко заговариваюсь, потому что пишу одно видео в день. А тут сейчас два в день. То есть я особо без всякого отдыха. С особо вышли. Да. Что-то я понять не могу. Чё все матерятся? Чё все горят как, а? О, каров нету. А этих-то все хана. Чё, пешком побежали? Чё, блин? Я пешком, братан. Ты как хочешь. Кары слейте, кары слейте. Давай быстрей. Оп, один есть кар. Отлично. Сейчас с него сяду по-быстрому. Я надеюсь, меня заберете. Нет, ребята? Надеюсь, то, что меня заберут, и все будет отлично и хорошо. Потому что как-то прыгать до аэропорта... Глите кто ты. Да я думаю, не всех же убили. Пацаны, меня возьми. Меня возьми, уроды! Вот гады, а. Люди, что поделать. Админам, так, стоять, багают, дебэшат, насрать. Ну, может быть, не спорю, возможно. Ну там, чё, кто там, Сет и Степа? Седа не знаю, Степу знаю давно, поэтому, может, поменялся чувак. Не знаю, Руденко сюда надо. Руденко здесь следит нормально, я думаю. Кары респ, длите, длите быстрее, длите, блин. Мат опять же, бомбежка. Еще две минуты, чтобы решить с русской мафией, чей будет бизнес Форт Карсон Газ. Я понять не могу, Форт Карсон. Вы такие конченые. Ой-ой-ой. Орландо. А, гуси, вот, гусь, ты же, Орландо. Вот эта бомбящая скотина, это гусь. Они меня второй раз сливают в КВ. И чё, ну, стрелять научись. Меня тоже второй раз слили. Только... ДЦП. О, братан. Серж Мора. Поехали. Я готов убивать. Ит один. Ну, окей. Газ. Газ? Ну, окей. Ган может. Ну, ган, да. Ган 1x1. Бонус. Окей. Давай, давай, братан. Опа. Опа-ля. Ни хрена себе автомобили. Давай, сливаем, сливаем автомобили. Сливаем. Авто слейте. ЗБС. Отлично. Просто пацан не в тот двор зашел, так сказать. Хотел, чтобы... Хотел немножко помочь, чтобы мы кар слили. Но в итоге не получилось. Чего? Варнинг. Players 52 ID. Окей. Кикнул кого-то, крашнуло, а на меня это вылетели. Или пытались крашнуть. То есть такое тоже случается. Ох ты, пацаны, да вы опасные ребята. Сюда иди. Братан. Братан, сюда иди. Ух ты. Моё! Братан, не надо сюда, не надо так. Да ты оп... вертолет слейся, вертолет! А, вот админы катаются просто. Им вообще до сраки, реально. Им насрать вообще на... Все вообще эти стрелы, они просто ездят. Есть, пацан хилпанул. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, братан, ты чё, братан, не надо, не агрессируй. Эй, брат, привет. Опа, минус один еще. Так, давай сейчас Юзи Дракс 10. На нахрен, 100 хп. Почему запретили нарков КВ, я не знаю. Мне вообще, мне как-то пофигу на самом деле. Давай, давай, гандоним, гандоним, гада. Есть, загандонили пацана, все, готов. Вертолет, главное, их не слейте. С машинами мы разберемся. Машины, на самом деле, это изи-боты. Так как они проехали, мы их убили, и они спокойно уехали в освояси. Так, вот этот пацанчик тут что-то охеревает немножко. Так, братаны. Давай, 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 гандоним, гандоним. Оп, готово. Следующий. Чё, залагал.
Просто залагало, да? Ух ты, ё-моё, ломка, ломка, ломка это нельзя, а ломка это вы что? Не-не-не, ни в коем случае. Ломка это очень плохо. Опять длить решили, девчонку сбили, отлично. Ну, собственно, с сарказмом сказано, ни хрена это не отлично. Опять они длят, опять стрела проходит не так быстро. Ну, кстати, стрелы тут достаточно интересненькие. Эй, братуша, на нахрен. Не в тот двор зашел. Я люблю Дмитрий Виаклс. Братан, я искренне соболезную тебе, серьезно. Ребят, если вы не понимаете, о чем я, просто почитайте чат. Почитайте чат, насколько здесь... состоят ущербные люди. Ну, не все, конечно же, но... Бывает. Много мата очень, много всяких каких-либо оскорблений, как они задрали своей пассажиркой и так далее. То есть, достаточно много нецензурных выражений. Вот, это, конечно, не есть хорошо, ребят, сами понимаете, думаю. Вот. Но я надеюсь, все будет хорошо, потому что пришел к ним я. Пацаны, хорош меня убивать, вы че, олени тупые, охерели. О, вы взяли под контроль бизнес. Все, изи, изи, ребят, it's easy. Все супер. Пацаны, все хорошо. Давай вот этого еще там добьем. Мой капт. Ха, окей. Твой так твой, в чем вопрос? Не вопрос вообще, братан, забирай его себе. Так, ребят, ну что же, на этом, я думаю, можно закончить. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. С вами был Барон. Всем удачи и всем пока.